Этого дня они ждали долгие годы. Сегодня в департаменте строительства состоялось вручение жилищных сертификатов. Получить их могут ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды и другие. В прошлом году удалось привлечь из федерального бюджета 26 миллионов, тем самым улучшить условия проживания смогла 31 семья. На сегодняшний день сумма увеличилась почти в два раза. Из бюджета выделено 50 миллионов. В планах текущего года помочь 51 семье. Из 50 миллионов, уже более 47 миллионов мы перечислили гражданам, и они занимаются решением своей жилищной проблемы. Для нас это принципиальная задача, мы будем считать, что на будущий год мы получим еще большую сумму для поддержки жителей Ярославской области в приобретении жилья. Для обналичивания сертификата получатели должны подобрать жилое помещение. Затем, обратившись в банк, люди смогут снять средства, находящиеся там на специальном счете. Самое главное, чтобы деньги были использованы по целевому назначению. Мы долго очень ждали. В 98 году встали на очередь. В 95-м три года ждали, чтобы нас поставили на очередь в 98-м. И вот, наконец, дождались. Мы сейчас живем в двухкомнатной квартире. Хотелось бы выкупить долю, если получится. Если не получится, то вложим в новое жилье.